Добрый день, с вами Максим Чех. Мы с вами находимся в районе, называется Годовка, недалеко от Дэвидс. Тут такая вот аллея с такими вот ребятами, разнообразными скульптурами современного искусства. Про учебу мне рассказывать особо нечего, к сожалению, поэтому я вам просто Прагу немножко покажу. На Годовке тут куча таких скульптур. Мы тут жили с женой, когда я поступал и сдавал экзамены, то есть мы снимали на Airbnb квартиру в этом районе. Тут всего лишь две остановки до Дэвидского кампуса и довольно близко ехать до аэропорта. Такое вот. Ну, пойдем дальше. Вот, это еще одна скульптура тут же на Годовке. Человек, у которого ноги. Вот она. И вот. Ноги плавно перетекают в руки. Имеет ли это какой-то смысл? Я думаю, что не имеет. Я думаю, что даже автор этого произведения, там бабушка пошла, я думаю, что даже автор этого произведения не сможет сказать, какой смысл он в него вкладывал. Что еще? На этой неделе мне сделали литочку, наконец-то. Я на нее положил 3450, если не ошибаюсь, крон на год. Потом валидатор подошел, ее засунул, она написала, да, ваш купон активирован. Я теперь год могу свободно ездить, не опасаясь ментов и контролеров и всего такого. Пойдем дальше. Так, а вот таким вот образом у них выглядят детские площадки. Вот эта штука, на которой я только что катался, лазальная херня из канатов. Не знаю, в общем, прикольные детские площадки у них, мне они очень нравятся. Двигаемся дальше. Так, а сейчас мы находимся уже ближе к туристической части города. Тут только что была делегация азиатских туристов, а у меня за спиной памятник двум великим астрономам, Тихо Браге и Йогану Кеплеру. Ну, Кеплера мы все знаем из школьной программы по законам движения планет Кеплера. Тихо Браге, я к своему стыду не помню, кто такой, пришлось на Википедию лезть смотреть. По четвергам здесь показывают бесплатное кино в ЧВУТ прямо в корпусе. Называется это «Фильмовый клуб ЧВУТ». В этот четверг показывали, я ходил, фильм назывался «Санденса». Captain Fantastic, а по-чешски его перевели как «Того и наш свет». Такой фильм, ну, довольно интересный, мне понравился, про затворника, который с женой и с детьми уехал в лес и учил их там, ну, его сделали как бы неправдоподобным, его сделали таким достойным сочувствия, то есть он их учил наукам, то есть охота, лазание по горам, выживание и наука. Языки они изучали, но это как бы неправдоподобно, потому что в реальности... Я надеюсь, вам хорошо слышно, тут так шумно. В реальности загуглите, например, Герман Стерлигов, это такой человек в России, в Подмосковье у него своя ферма, если не ошибаюсь, и он учит детей тому, что надо сжигать проклятых колдунов ученых. Так и пропишите, Герман Стерлигов, сжигать проклятых колдунов ученых. Это как бы более правдоподобно, да, такого, чтобы прям человек ушел от цивилизации и учил детей разным иностранным языкам, квантовой физике и... историю. Сейчас, наверное, будет новая партия туристов. В общем, такого не бывает. Так, ну, пойдем дальше. Я надеюсь, вам видно. Тут под Карловым мостом такую обалденную картинку нарисовали целующиеся пары. И тут часто стоит, я видел, азиат-скрипач, мальчик. Очень красиво на скрипке играет. Сюда можно прийти романтизировать, я не знаю, если такой глагол. Вот, но я думаю, на этом все. Карлов мост, Староместскую площадь и... телевизионную вышку я вам в другой раз покажу. Все, с вами был Максим Чех. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк видео, пожалуйста. Всего вам хорошего.